И снова здрасте! Мы продолжаем обеспечивать безопасность разных городов мира в игре 911 Operator или 911 Operator, как это будет на бусурманском соответственно. Что ж, мы закончили с Детройтом. Правда, мне пришлось перезаканчивать этот самый Детройт, так как игра что-то хлюканула и жваркнула меня еще раз в Детройт, причем с целой кучей раненых сотрудников. Но, правда, там смена была очень простая, и я ее так в легкую сделал. Вообще ни разу проблем не возникло. Ну что же, сегодня у нас Сан-Франциско. Не знаю я ничего об этом городе, если этот самый Чикаго — это гангстеры, Детройт — это тоже гангстеры. Это там Аляска, это холод, метель, все плохо, то в Сан-Франциско я не знаю, что происходит, поэтому... Да, надеюсь, у них тут никаких фестивалей не намечается, их сан-францисковских, потому как эти фестивали вечно требуют дополнительных сил. Так, у меня не комплект, причем серьезный. У меня вертолеты есть? Какие у меня есть вертолеты? У меня есть два вертолета, или три. Два. У меня нет полицейского вертолета. А почему у меня нет полицейского вертолета? Я протестую. Я могу заявить протест? Ваша честь, я заявляю протест. Да. Ладно, тогда что мы делаем? У нас есть один бронежилет на всех. Серьезно? Господа разработчики, вы не считаете это издевательством? Причем даже не надо мной, а над вот этими замечательными людьми. Так, сотрудники, я могу достать пару полицейских? Одного только я могу достать. Меткость 95. Ну, вот этого, значит, возьмем с меткостью 95. Мало ли, что там у вас. У меня тут автомат валяется. Кому-то его надо дать. Так, далее. Аптечку мы дадим одну на вертушку, потому что она быстрее всех будет прилетать. Желательно, чтобы она работала пошустрее. Кстати, у нее есть одно даже место. Можно эвакуировать кого-то. Но, в принципе, у нас есть машины. Опять же, у нас есть машины, которые нам, по сути-то, не особо нужны. Особенно вот медицинский транспорт, я смотрю, мне не особо нужен, у меня хорошая комплектация по медицинскому транспорту, поэтому я думаю, я избавлюсь от этой хреновины за 25 тысяч. И, соответственно, доберу себе сотрудников. Потому как нужно укомплектоваться хорошо. Доберу сотрудников, доберу самую, как ее так... Доукомплектуем сейчас пожарные экипажи, наши возможности. Так, сколько мне нужно медиков? Раз, два, три, четыре. А есть всего два. Так, один сюда. Ну и один, соответственно, сюда. Сотрудники, все. Дальше только пожарные сотрудники. Пожарные. Раз, два. Сколько там их всего надо? Целую кучу надо. Даже смотреть на характеристики не приходится, потому что нужны сотрудники. Они будут слишком медленно ковыряться. Я застряну. Хорошо. Собираем. Замечательно. Что еще мы можем сделать? Мы можем докупить бронежилетов. Допустим, да, три бронежилета и... Напялить их на наших мотопедчиков. Почему на мотопедчиков? Потому что мотопедчики будут прилетать на место первыми. Так, аптечка, аптечку. Ну, первый попавшийся пихаем, потому что по-другому никак. Сколько у тебя скорость? 111. Здесь 107. Надо, наверное, тогда сюда. У нас будешь более быстрый. Дай сюда. Это у нас более быстрый экипаж. У меня остается еще 6500. Соответственно, мы можем купить ящики с инструментами. Ну, в принципе, при такой комплектации они без ящиков должны справляться быстро, я думаю. Пока не будем закупаться ящиками. Медиков больше нет. У медиков все плохо, значит, нужно закупить аптечек. Две штуки. На каждый экипаж попробуем закинуть-то по аптечке. Хватит. Есть, есть, есть. Есть, вот этих нет, надо еще одну. Ну вот и все. Деньги кончились. 500 баксов. Начинаем развертывание. Больше мы ничего сделать не можем. Для начала взглянем на город. Как всегда, что он из себя представляет. Город у нас, как всегда, прямоугольчатый.
Тут все города прямоугольчатые, да? Других нет. Так, улиц тут, как всегда, до хрена. Ну что, тогда будем разбрасывать по стандартной схеме. Вертушки в центр. Быстрая техника тоже ближе к центру стягивается, ей проще стянуться в любую другую точку. Те, кто помедленнее, те идут на окраины. Здесь, соответственно, комплектуем группы, которые будут закрывать соответствующую площадь на, что называется, базовой основе. И создаем какой-то резерв ближе к центру для прикрытия вот этих основных групп. Так, здесь создаем группу. Полицейский экипаж сюда стандартный. А этот экипаж ближе к центру. Это у нас будет что-то вроде спецуры. 4 человека вооружены. У них даже есть автомат один на всех. Что хорошо есть, как бы. Так, ты стягиваешься вниз. Итого, у нас есть группа здесь. У нас есть группа здесь. В центре у нас хороший резерв собран. И подтягиваем тогда... Примерно в этот... Нет, ближе к центру, наверное, надо... Нет, но опять же, вот она медленная, эта машина. Вот сюда примерно тебя поставим на перекрытие города. Так, и тебя, соответственно... Это довольно быстрый Антонабиль. Я всегда думал, что он самый медленный, потому что большой. Но он шустро ездит, тварь. Непонятно, зачем нужны другие тогда. Так. Так. Вот в этот район. Отставить в этот район. Чтобы в случае чего сюда. Ну что же, силы распределены. Начинаем работать. Так, что у нас? Подозреваемый один. Выдвигайтесь. Помогите перехватить, вы быстрые. Давайте, давайте, шевелитесь. Если что, эти заберут. Подозреваемого. Бэм, попался. Хорошо. Сместись ближе к центру. Они отвезут задержанного. Что здесь у нас? Один. Ну давай сразу на перехват. Ты поддержишь, если им нужно будет забрать подозреваемого. Добрый день, булочная. Чё у вас? Что вам? Машины столкнулись. С кем? Где именно произошла авария? Около... Ну, окей, адрес. Когда? Жертвы есть? Какие ранения? Все. Так. Движение нарушено? Значит, не нужно пожарных отправлять. А другой водитель, он уехал или где? На месте? Где другой этот ваш водитель? Ёлкины костыли. Ладно, давай сюда. А ты сгоняй, проверь на всякий пожарный. Давай сюда. Что у вас там? Страдавший один. Справитесь. Давайте, давайте, давайте. Так, выдвинулись. Что у меня здесь? Здесь у меня все нормально. Пока. Контроль есть, контроль есть. Группа готова работать в случае чего. Центр у нас занят. Хорошо. Там драндулетка поедет разбираться сейчас. Потому что если пьяный этот остался на месте, то, соответственно... Да, все, поехал. Если его надо будет забрать... Что такое? Технические работы. Выдвигайтесь. А ты сместись сюда. Потому что если нужно будет закрыть один из районов, то должен быть поближе. Так, что у нас здесь? Абонент. Какой еще абонент? Абонемент? Водитель? Да. Вмешательство. Подозреваемый один. Давай, выдвигайся. Понадобится транспорт, эти вас поддержат. Так, что у нас здесь? Так, вы здесь закончили, нет?
Ты долго там будешь, драндулетка? 4 секунды, окей, давай быстрее. Замечательно, смещайся обратно в центр. Так, да, что, кто? Булочная. Ограбление? Кого? Битый нож? Ранение есть? Чего? Думаешь? Ты думаешь? Где? Бла-бла-бла. Адрес. У нас тут скорая есть. Атаковавший все еще рядом? Дальше по улице. По какой улице? В каком направлении? Хорошо. Ждите, ожидайте. Смещайся сюда. Наружное огнестрельное ранение. Смещайся. Быстрее. Что дальше? Что, кто? Туда уже выехала машина, все нормально. Так, смещайся обратно на позицию. А ты смещайся на свою. Что опять? Ранее замечен разыскиваемый преступник. Точное положение убежища неизвестно. Вертушки. Что у вас здесь? Понял. Бэкап едет к вам. Бэкап отправлен к вам. Ожидайте. А ты сместись обратно к центру. Куда ты поперся? И ты тоже сместись к центру. Возможно, понадобишься. Страдавший в больнице. Что еще? Что здесь такое? Подозреваемый один. Собака укусила человека? Едь сюда. Собака собакой, а человек человеком. Давай. Скорая выдвинулась, полиция в пути. Так, вы держите верхнюю эту самую, держитесь. Ближе к центру сместитесь. Под обстрелом. Сколько вам подкреплений нужно, ё-моё? Может, вам спецуру отправить? А, не закончили. Все хорошо. Давай сюда. Да. Слушаю. Убийство. Адрес. Бла-б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 ла. Как это случилось? Бла-бла-бла. Кто жертва? It's my wife. Could you send the police here? У вас есть оружие? Do you have a weapon? Yeah, I have a gun. Уберите его нафиг. You're going to need to put the gun away, okay? Yes, I'll put it on the table. Хорошо. Пистолет убрал. Оставайся на месте, ожидай. They're going to be there shortly. They'll take care of this. Да-да. Okay. I'll wait. Thank you. Выдвигайтесь. И на всякий случай скорая. Вдруг она еще живая. Давайте. Так, ты смещаешься ниже. Вот здесь твоя позиция. Выдвигайся. Так, что здесь? Что тут у вас? А, вам транспорт, наверное, нужен, да? Давай. Забери всех, кто там есть. Что у нас здесь? Вертушки быстро ищете или что? Вертушки ищут быстро. Хорошо. Что тут такое у вас? Подозреваемые два. Хорошо. Возможно, вооружены или невозможно вооружены? Иду сюда. Задерживай. Так, стягивайте сюда. Чего? Да обстрелом? Каким обстрелом? У вас там две машины, ё-моё, народ. Вы что там не справляетесь? Две машины, я вас уволю всех. Выдвигайся, пострадавших сколько? Один, давай. Так, вертушка. Что у нас здесь? Можно быстрее? Ближе к центру. Опять. Давай. Алло. Добрый день. Сапожная мастерская. Вы не туда позвонили. Мужчина на тротуаре без сознания. Он пьяный? Или дурак? Так. Где что? Кто? Блин, да вы заколебали. Есть травма?
Так. Он дышит? Is he breathing? Yeah, I think he's breathing. Он пьяный? I'm sending an ambulance to check up on him. Так, где моя вертушка? Sure. Bye. Необходим полицейский транспорт вертушки. Так, хорошо. Раз, два. Так, что у нас по полиции? Алло, полиция, вы закончили там или где? Под каким обстрелом вы заколебали свои обстрелы? Устроили мне тут Чикаго. Что опять? Данхер? Данхер, давай сюда. Подозреваемый один, езжай, вас там двое должны справиться. Давайте, давайте, шевелитесь, японский бог. Так, займи низ. А, стоп, нужен транспорт, давай. Нет, 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 стоп, 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 отставить. Транспорт может подождать, а вот здесь надо это самое. Пострадавший больница, отлично, сюда смещайся. Так, скорая приехала. Хорошо. Пожарные, выдвигайтесь. Что у нас здесь? Большой пожар, пострадавшие двое. Ты, где мои скорые? Вот, у меня одна есть свободная, давайте ее сюда кинем. Чего вы не можете? А что вы не можете сделать-то? А, ну и замечательно. Че вы тупите тогда? Давайте освобождайтесь быстрее и вперед, сюда поедете. Они, в принципе, должны успеть сейчас сдать больных, и я могу этих самых пострадавших, я отправлю их туда. Да что опять-то? Опять пожар? Продвигайтесь. И на всякий случай пожар туда же. О, пожар, блин, туда же. Вертушку туда же, пожар, блин. Уже заговариваться начал. Чего? Что горит? Используйте огнетушитель. Этот, он у вас углекислотный? Тогда накройте сырым полотенцем. Давай, давай. Все? Нормально. Успокойся и иди спать. И жди мужа, который придет и тебя стукнет этой сковородкой. Пожалуйста, только ты говори вслух, а не пиши смски. О, заговорила. Ну и замечательно. Все, до свидания. Да-да, я всего лишь дую мой джоб. Дую в свой джоб. Так, вертушка-то отправилась? Отправилась. Так, что здесь? Медики, выдвигайтесь. Освободились туда же. Быстрее. Так, полиция сюда смещается. Нет, сразу сюда смещается. Что здесь? Что это? Блин, вы туда не доехали, что ли? Я не понимаю, вы потерялись по дороге? Что у вас произошло? Как вы теряете точки назначения? Мои дурковатые друзья, как вы умудряетесь? Туда же. На всякий случай. Так, что у нас? Что здесь? Полицейский транспорт? Нету транспорта. Все, отстаньте от меня. Туда, туда. Все, так, ты. Им нужен транспорт, выдвигайся. Центр, центр занять, блин. Центр, ты тоже в центр смещаешься. Скоро я туда вообще не поехал. Закончили, молодцы, все. Возвращайтесь сюда, группа. Стягивайтесь, ты ниже. Драндулетка сюда. Где моя вторая драндулетка? А, она здесь сидит, понятно. Хорошо. Смещайся вниз. Занимайте свои стандартные позиции, ё-моё, блин. Почему вы их не занимаете? Почему я каждый раз вас должен пальцем тыкать в туда, в куда вам надо ехать? Вот же, блин, сотруднички понаберут. Один я работаю, остальные просто так, как бы. Декорация. Репутация 53, эффективность 90%. Давай, 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 давай. Разыскиваем преступника, обнаружен. Он давным-давно обнаружен. Так, плюс, 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 плюс. Муха, уйди с монитора, я тебя сейчас ударю. Только не говорите ей, что я не могу ее ударить, но монитора жалко. Это же все-таки ноутбуковский. Так. Плюс, 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 плюс. Решил, пожар на кухне ноль. Я бабу спас от смерти, от свирепой. Оператор дал звонивший верные указания. Мне дали ноль.
Ну вы вообще... То есть, если бы я отправил к ней все свои пожарные наряды, мне бы дали, наверное, минус, да? А так дали ноль. Вы щедрые. Вы щедрые. Сволочи. Так, сотрудники. Нету. Так, что мне надо? Мне нужны два медика. Естественно, мне дадут только одного толстого дядю. А что нет-то, если да? Обойдешься, типа. Так, здесь у меня все укомплектовано. Мне не хватает одного медика, блин. Но это издевательство. Почему так? Что за фигня? Дайте мне еще одного медика. Вам что, жалко, что ли? Балбесы. Зато есть два пожарных еще. Так. Давайте тогда на снаряжение переходить. Бронежилеты покупать. И наряжать в бронежилеты своих сотрудников. Ну, две драндулетки, в принципе, в некотором роде местами могут заменить вертолет. Но только в некотором роде и местами. Держи. А ты что, без оружия, что ли? Ты что, прикалываешься, что ли? Ты оружие потерял? Он потерял оружие? Уволен. Ты понимаешь, что ты уволен вообще? Взял оружие, потерял. Вот дурак, а. Так, аптечки. 6 штук я взял. Сейчас затарим всех аптечками. Они будут работать шустрее чуть более чем. Потому как с аптечками они шустрят. Сколько надо еще аптечек? 1, 2 и там нет никого. Так, и вот так. А, еще одну надо, да? Ладно. У тетеньки нету. Так, ну и пожарным тогда надо инструментов закупить. Что-нибудь такие дорогие. Все, кончились средства. 3 штуки всего, ладно. Разделим по экипажам изначально. В каждый экипаж по одному. Чтобы их ускорить. У меня, правда, есть еще одна драндулетка. Которой я не пользуюсь. Вот она. Можно ее тоже продать. Пусть будет. Тогда набрать ящиков с инструментами. Соответственно, будет побыстрее работать моя пожарная служба. Да куда ты лезешь? На. Отказывается инструмент брать. Он как в этом фильме, как у ДМБ. А я присягу принимать не буду, да? Опять кончились деньги. Да вы заколебали меня с этими деньгами. Почему я все должен за деньги покупать? Меня правительство должно обеспечивать. Что здесь, что в Police Tactics Imperio. Вечно бабла не дают. Начинаем развертывание. Я надеюсь, там не это самое, эти самые ваши какие-то там чемпионаты, фестивали не намечаются. Так, размещение у меня осталось старое. Ну, в принципе, да, нормально. Да, сойдет. Не-не-не-не-не, чуть-чуть-чуть-чуть в сторону, чтобы я мог четко выбрать того, кто мне нужен. Так, вы в центре, вы все трое в центре. Вы четверо в центре. У меня и резерв, и вообще. Вертушки кроют здесь. Здесь у нас все закрыто. Хорошо, начинаем работать. Ну что же. Удачной смены, как говорится. Пока работают. Тишина. Хорошо. Хоть бы всю смену так. Нет, не дождетесь. Что здесь у вас? Трое? Иду сюда. Стянись сюда. Давай сюда. Стягивайте все туда. У вас должно быть минимум четверо тогда уж. Чтобы было какое-то. Алло! Чего? Где? Адрес. What's the address of where this happened, sir? It happened at...
Здесь? Окей. Когда? Часа назад. Хорошо. В смысле? А, незаконная парковка? Sir, are you sure you didn't park your car in, you know, no parking zone, in somebody's driveway or maybe a bus stop? Ты уверен? I'm sure I didn't. It was a normal parking place. Окей. Полиция приедет. I'll send an officer when I have one available. Thank you. Все. I'll wait for them. Уже выехали, к тебе, радуйся. А что у нас здесь? Сколько подозреваемых? Подозреваемый один. Но у меня эти балбесы заняты. Давайте туда, вперед. Медицинская помощь, поехала. Драндулетка, ты тупой или лечишься? Я ж тебя не трогал, вообще руками не лезь, ты японский бог. Других отправили. Вот же чудо природное. Подозреваемый один, справитесь, вперед. Так, драндулетка, на всякий случай, сюда подскочи. А ты смещаешься наверх, занимаешь позицию здесь. Хотя, по сути... Не, драндулетка быстрее приедет. Ладно. Что опять? Сколько пострадавших? Один. Хорошо, выдвигайтесь. Ну, это плохо, конечно, но мы справляемся. Это хорошо. Так, драндулетка справилась со всеми своими задачами. Вали отсюда. ДТП с участием пьяного водителя? А, бывает. Грандулетка, к центру сместись, у меня центр пустой. Давай сюда. Выезжайте. Пожарный экипаж на выезд. Так, что дальше-то? Масштабные техработы. Водитель съехал с дороги, въехал, врезался в другой автомобиль. А он ПДД не нарушил? Может, там полиция нужна? Нет? Где? Что горит? Адрес. Where are you, sir? In front of... Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Хорошо. Многоэтажный? Пожар сильный? Ого! Ого! Машины. Все, пожарные выезжают. Окей. Вертушка туда же. Пострадавшие там есть вообще? Нет. Почему не появился вопрос, пострадавшие есть или нет? Все, давай сюда. Так, вы оба в центр. Центр, я сказал. Блин, драндулетка в центр. Спецура в центр. Сместились, заняли свои позиции. Свои, не чужие. Вперед. Замечательно. Превышение скорости, фигня. Разберетесь. А, сюда сместись. Так, эти все заняты, все перезаняты. Сместись чуть ниже, на всякий случай. Что здесь? Подозреваемые два. И второго туда же. Медики, выдвигайтесь. Слушаю. Что у нас здесь? Ура! Мы все потушили! Я, блин, думал, сейчас начнется, как в тот раз. В Детройте, блин. На позицию. Быстро, 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 быстро! Занимаем позиции. Стандартную позицию свою займи. Куда ты? Чего ты? Где ты? Что здесь у нас вообще? Застряли в сломанном лифте? Ну, бывает. Главное, не вздумайте в нем плясать. А то он отстрянет и грохнется. Что здесь у нас? Ситуация разрешится. 3, 2, 1. Бам. Употребление наркотиков проверили. 911, алло! Добрый день! Поздравляю! Жена рожает. Поздравляю. Где она? Где? Где? Туп... Неумный человек. Где? 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 Вертушка к вам выдвинулась. Месяц. На девятом месяце бывают схватки. Is your wife having contractions? Yes. Wait a second. Do you have contractions? Contractions are getting stronger. Вертолет вылетел к вам. Сохраняйте спокойствие и попросите малого
действовать, блин. Вы что, ребят, алло? Я что вам, специалист по родам, что ли? Действовать, как действовать? Ждите. Сейчас вертушка к вам прилетит. Я к вам вертушку отправил, все, ждите. Она до вас должна добраться на раз-два, у нее место есть, она может отвезти одного. Так, вертушки, фу, вертушки эти. Драндулетки стянулись в центр, быстро. Что опять? Что такое? Подозреваемый один? Куда ты поехал? Езжай, работай в своем районе. Дальше. Что здесь у нас? Один вооружены. Окей, спецура отработает. Драндулетки, драндулетки, к центру. Вы мне нужны в центре, Давай. Так, группа хорошо держит. И все? Отлично. Что здесь? Драндулетки, развлекайтесь. Ближе к центру. Скорость, конечно. Не, ну в принципе. Пожарном этом симуляторе-то я поездил на этих колымагах. Я знаю, что они не особо-то для езды приспособлены. Они приспособлены для того, чтобы стоять и воду качать. Фланги. Так, что здесь? Подозреваемый один. Ты занят? Разберитесь тогда здесь. Вы стянулись. У меня драндулетки сейчас как ГНРки работают. А ты куда вообще улез? Да блин. С 15-го раза только выбирается. Сместись ближе к центру и ниже. Алло! Нажмите любую цифру. Так. Один, если заложник. Please press the button once if you're in a hostage situation and can't talk. Press twice if you're in a medical condition and you can't speak. Давай. Вы в опасности? Is your life in danger? Press once for yes, twice for no. The place where you are the doors open? Press once for yes, twice for no. All right, we have your location. Is it... Откуда? Еще не запомнилась эта хрень. Он уже узнал. Так, хорошо. На всякий случай драндулетку отправим туда тоже. Вдруг пригодится. Че опять? Смещайся. Сколько пострадав? Человек начал задыхаться во время приема пищи. Была оказана первая помощь, однако результата это не дало. Хорошо, сейчас приедем, сделаем принудительную эвтаназию. Шучу! Просто шутка, ни дальше, ни больше. Мы же работаем нормально, чувак, как это самое. Так, кто у нас тут подальше, поближе? Давай сменить местами просто. Ты займешь место здесь, а ты сместишься сюда. Так, дальше. Игроман отказывается отходить от компьютера на протяжении 7 дней. Тут из дурки надо машину вызывать, у меня таких нет. Страдавший один. Человек повредил ногу, упал с лестницы. Выдвинулась машина. Все нормально, все в порядке. Ситуация под контролем. Работаем. Дальше. Так, что у меня здесь? Драндулетка одна ускакала, но в центре у меня две машины резерва. У меня есть группа реагирования здесь. Они в случае чего могут среагировать. Туда-сюда. Наверху у меня тоже есть реагирование нормально. Подозреваемый один, справитесь. Вперед. Так, здесь все нормально, да? Алло! Доброе утро! Как у вас вечер? Мне приехать их застрелить? Или что мне сделать с соседями, с вашими, которые, видите ли, шумят? Вы хотите, чтобы я запустил них Искандером? Что происходит? И что? Кто там живет? Some old man. He looks like he's 60 or 70 years old. I don't know him very well. We don't really talk to each other. Он часто так громко шумит? Ну? He turns his TV up. Громко включает свой телевизор, наверное, плохо слышит. Днем-то я с этим бла-бла-бла. Ну, давайте убьем
всех соседей. Я не знаю, что она от меня хочет. Вы слышали что-то еще? А вы не пробовали к нему пойти? Были гости? Я отправлю полицию. Пусть разберутся. Так, а адрес-то где? Ты мне адрес дала, тетя? Адрес сейчас будет вычисляться, видимо. Что здесь? Один. С одним подозреваемым справитесь. Так, у нас здесь все нормально. Драндулетки, ехайте. Обе. Давайте обе туда, прямо вперед. Хеть. Винь. Это они движки свои, знаете, так как газу дают. И... Ладно, проехали, вы ничего не слышали, все. Нормально. Все. Работаем. Так, что у нас здесь? 30 секунд. Кто это такой? Подозреваемый. Оперативная сводка. Ладно, разбирайтесь. Ну, блин, по-моему, мы защитили. Прям Сан-Франциско защищено. Прям. Что у нас здесь? Абонент. Какой еще абонент? Это надпись? Абонент. Ну, что за абонент? Ситуация разрешена. Мертвый пожилой мужчина. Блин, а что это с ним? Он умер. Бедолага старенький. Телевизор у него работает, он умер. Такие дела. Жаль, спасти мы его не смогли. Но мы и не могли, я думаю, его спасти. Да как ты ранен-то оказался, дядя? А как он умудрился быть раненый? Не понимаю. Так, пожар. Решено. Автомобильная кража решено. 0+++++++++++. Шумные соседи решено +6. А что это прям +6? Абонент был проверенный. Полиция обнаружила мертвого пожилого мужчину. Его телевизор все еще был включен, но, по всей видимости, сам мужчина умер за несколько часов до прибытия полицейских. Абонент была проверена. Мертвый пожилой мужчина погиб. Как это мертвый мужчина мог погибнуть, если он уже мертвый? Ладно, хорошо. Главное, что ситуация успешно разрешена, и мне дали +6 за нее. Видимо, это самое крутое, что я сделал. А, вот разбойное нападение, +5. Подозреваемый арестован. Ситуация разрешена. Ну вот, как-то так. Город Сан-Франциско, смен 2. А что, еще надо одну? Третью? Ну ладно, хорошо. Третью оставим на следующий раз. Две смены у нас как бы норма, потому что это нагрузка на сотрудников, там на меня тоже, естественно. Так что две смены у нас стандарт. Две смены отработали, надо отдохнуть. Ну, в принципе, эти две смены такие довольно-таки, ну, не сказать, что совсем прям легкие, но ничего такого сверхъестественного, как, например, было в Детройте или когда был фестиваль. В каком городе у нас был фестиваль, я не помню, но он потребовал огромное количество ресурсов, экипажей, то есть туда нужно было стянуть, и весь остальной город обеспечивался там буквально одним УАЗиком и двумя оперуполномоченными и одним полупьяным участковым врачом. Вот. Тогда было тяжело. Вот бывают такие смены реально тяжелые. А эти, в принципе, такие, ну, средние. Не сказать, что прям совсем легко, но совсем справляемся. Как-то вот так. Все. На сегодня всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Прописывайтесь на канале, проставляйтесь лайками. Всем здоровья, денег и всем пока.